Дорогие друзья, уже в течение ряда лет в Московском городском педагогическом университете пользуется популярностью магистерская программа «Инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями». И это не случайно, поскольку инклюзивное образование – это приоритетное направление государственной образовательной политики. И сейчас каждая школа, каждый детский сад должен быть готов принять ребенка с ограниченными возможностями здоровья и организовать для него специальные условия обучения и воспитания. Для того, чтобы обучать и развивать такого ребенка, необходимо овладеть специальными компетенциями. Магистерская программа направлена на ознакомление магистрантов с особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья, задержкой психического развития, интеллектуальными, речевыми, двигательными, сенсорными нарушениями, расстройствами аутистического спектра. Магистранты овладевают технологиями разработки индивидуального образовательного маршрута, методами и приемами поддержки этих детей в учебном процессе, средствами воспитания школьников в духе эмпатии и толерантности. Программа предполагает стажировки в ресурсных школах города Москвы, а также в дошкольных и профессиональных образовательных организациях, где обучаются лица с ОВЗ. Мощный преподавательский состав. Занятия ведут известные профессора, доценты, авторы учебников, методических пособий по инклюзивному образованию, практикующие специалисты. Прием документов с 1 июня, 15 бюджетных мест, срок обучения 2,5 года. Если вас интересуют проблемы инклюзивного образования, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, приходите к нам.